Универсальный сет кованых поющих тибетских чаш, категория Full Moon, скованы в полнолуние. Сет состоит из чаш среднего и большого диаметра и из малого диаметра. То есть здесь представлена вся звуковая палитра, высокие звуки, средние звуки и низкие звуки. Что очень хорошо, это сет универсальный, можно использовать как для акустических практик, он очень хорошо звучит, да, так и для проведения виброакустического массажа. Для виброакустического массажа подходит самая большая чаша 26,6 см, ля 119 Гц. То есть до 120 Гц чаши считаются вибрационными, очень хорошо передают вибрационную волну в тело. Вот. И, кроме всего прочего, малые чаши и средние чаши выставляются вокруг головы, выполняют роль акустического такого купола вокруг головы, что очень хорошо помогает войти в состояние расслабления, погружения в состояние транса, медитации. Вот. И можно использовать, естественно, для проведения каких-то групповых мероприятий во время йоги, во время концертов, ну, для личной практики. Чаши скованы в Непале, очень хорошего высокого качества. И в комплекте будут присутствовать различные стики, необходимые для этого комплекта. Также можно приобрести дополнительно там, караталы, колокольчики, какую-то перкуссию, которая представлена на сайте. Предлагаю послушать, как звучит.
Очень вариативный комплект, богатый обертонами, можно играть различные гармонические созвучия. Все зависит от тренировки, от квалификации. Но чем больше тренироваться, больше будет получаться. Чаши без орнаментов практически. С одной стороны знак полной луны, вот, и с противоположной стороны мантра Ом Мани Падме Хум. В остальном чаши чистые. Чаши покрыты защитным лаком. Тут такая специальная тонировка под бронзу.